тебе, блин, сыночить бить мобов, блин. Так, это. А чё, ну если танки пока есть, давай я в хила спекну здесь. Танки кто? Пока что в ДД. Кексик. А, кексик. Давай, кексик, ты в хила пока спекнись. Так, накурено. Накурено, накурено. Давай накурено в хила. Надежда нашли. Так, далеко, ребят, он. Давайте. А... Так, что-то он у всех пропал, или только у меня пропал? Что пропало? Там было. О, а дракона можно анролить? Да. Ясно. А что вы анролите? Вам отсюда надо, Райдер, 260. А, Райдер, что тебе надо? Тикать его. А, на пул на Райдера. Сейчас поставлю. Че, мы уже идем чистить трэш? Пока собираем. Сейчас, сейчас пока собираю, подождите. Так, кексик, анрол. Ну, естественно, Т4, что может быть? Окей. А что, кексик, анрол вы уже кидали? Я ну кидайте, знаю, кидайте, кидайте. Пока время еще есть. Кто не кинул, кидайте, че. Это только на грула, да? Или грул, на магик, один анрол. А что с магика падает, а? Интересно. Да, дракон, дракон, давайте дракона. Ежик 77. Я 78. Вот ничего не надо, а. Да нет, здесь уже особо тоже никому ничего не надо. По новеньким. Ой, блин, что-то я в хилату не оделся. А, нет, оделся. Да, ну, значит, Войд. Значит, молоток будем ролить тоже, да? А как я буду ролить все с топором? А я на фурика ролю. Пофиг. Это туваров сколько, это ДКшников сколько паролит? Шесть, семь, семеро должны ты изучить. Хочешь пяти посмеяться? Пошли в Каражан. Так. Токен выпал, тот, который надо. Из 9 человек, которые там были, Пук выролил этот токен, понимаешь? Ну, такое, да, тоже. Это как этот, в 25-ку я вот только, когда, в понедельник, по-моему, во вторник ходил, собирали ЦВК, там, короче, этот, как его, этого взяли, как РЛ-чик, как его, говорит, постоянно его все называют, у нас РЛ такой, кипер, да. Я кипиша по анролу, ну, по ролу, короче, выигрываю. Вот его там взорвало. Хоть хорошо, хоть РЛ нормально был. Я у него ступ не отжал. Не, ну тут смотрите, тоже нужно думаешь ролить. Мне с этого, с груди Гера бы пояс осталось бы, остался выбить и все. Если что, я могу поставить, например, говно треню роль классный хила. Скелет, смотри, ты, наверное, сейчас на чемпах. Танка. На чемпах потанкуешь, ага. А потом в одного танка пойдем дальше. Хорошо. Кому бдилку кидать, признавайте сразу. Пока не поздно. Кто быть жив? Кто хочет быть живым? Кексит. Мага кинешь.
Шаману? Не, на мага. Видишь, такой коровка прыгает. А, да, ну да, это знаю, знаю. Это 100% надо на него тогда. Да, знаем такого. Проходили как-то. Давно, правда. Нифига себе, у нас даже охотник 167 есть, а я их не вижу. А студия бешеная, оказывается, у Гильдии есть. Все-таки хуёво, что у нас РТ, блядь, в середине недели. У нас РТ на всю неделю. Самые потные рейды... Вот ну, да. Но самые потные рейды оставлены на выходные. Ох, ну прикинь. Охотничьи колбаски, копченые голени куриные, чечил, потом багет, блядь, с этим, с луком и с крабом. И, сука, пиво нельзя. Потому что завтра на две работы ехать. Сука. Ну да, ну что сделаешь. Прикинь бы, я сейчас как кайфанул. Ну да. В компании поугарать, блядь, никто не мешает. Еще столько закуси. На всю ночь бы сесть, блядь. Ну то самое главное, что не мама лаши от малой. Да. Один, да, сам себе предоставлен, да? Да. Я даже охуел, открыл форточку и принес пепельницу с сигаретами, чтобы не открывать. Я не сомневался, Данечек, что ты такое сделал. По-моему, по народу делают, когда никого нет. Что будет дальше за 4 дня-то, а? Слышишь? Только за порог я уже достаю. А этот сюрикен хуже получается, чем вот сейчас, подожди, все равно я кину. Вот, разница какая у них. У кого? Ну вон, сюрикен или арбалет. Я просто тут увара вижу. Там на пробой, а там на скорость. Смотря какие у тебя капы собраны. У меня все. Если у тебя РПБ собраны, тогда лучше арбалет. РПБ у меня собраны. Ну и все. Лучше арбалет. Понятно. Я его давно уже себе хочу. Ой, мы как-то ходили так постоянно, наверное, 3 недели подряд он падал. Даже 2 раза упало. Нет. У меня все падало, только говно, то, что мне надо, не падает нихера. Камушек в арбалетик говно. Камушек какой есть, но зато у меня кап. Надо было, ну хотя дать нахуй тебе перекап. Меня получается улучшил шлемак на ДД, у меня получился 0.5% примерно, 50% перекапа. Но мне пока нет сердоликов штук 8, понимаешь, чтобы как-то повыпендриваться. Ну я вот дня 3 назад, 2 дня назад взял себе 8 сердоликов и сделал себе это 10 фу. Нормально. Я себе хочу вот этот топорик для начала, хотя бы. Ну, у меня есть. Мне один остался камушек с тухлого. Ты, походу, молик показываешь, да? Да. Мне надо... Мне надо... Бой поярче. Кровь. Много. Подъебывай насчет троллейбоя. Там на один камушек больше. И левел выше, и по капам он интересней. А шлем как там? Продвижение есть у тебя? А этот, сила нечестивости. Квест, да? А что там сделать? Эти? Фармить или это? Надо этот, в обаме быть, настакать и плюнуть в профа. И убить профа в 25-ке. Потом Синдра идет, да? Ясно. Жемчужина с нее, да, надо там? Да, надо его укусить, чтобы он... Нет, подожди. Нет, потом идет этот, сначала, потом...
Сначала вампирша идет, потом да. Синдра. Все, по-моему, Синдра последний. Угу. Лича же даже, да, не обязательно убивать, по-моему? Нет, лич тебе не нужен. Тебе вот идет следующий квест, это укус, потом вот этот дракон, и все. Сначала проф оляснуть. Проф уже ебал. Потому что пацаны у нас это... Ну, кто ШМ делал, на лича уже ШМ-ушки. Подстава. Так. Кекс обратно в танка. Кто в танке? Кекс. Скелет, ты в ДД. Хорошо. Просто добавился. Эрдружка наш. Без вайпов. Это обычка. Ты как? Это будет пиздец, если мы сейчас здесь вайпаться будем. Не, ну один раз как положено надо. Нет, нельзя. Обязательно трэша, ребят. Как же без этого? Была как-то гильда, помню, на каком-то серваке. Вайп на трэше. То ли у Вов, то ли Панда Вов, не помню. И что, в убеждалках было один раз умереть на трэше? Нет, гильда так называлась. А. Да в 25-ке, чего вайпаться? Сова делает звездопад и все на трэше, ну, когда идет пацан. И все, с двух сторон две пачки мобов всех перебили. Это нормально, это уже как-то... Ну это я проходил уже. Уже привык, привыкший к этому. Кто там фластушку на хп нам обещал? Всем привет. Здорово. Антоха, да тебя как до смольного, хрен да орешься. Да я это, за пивасиком бегу. Аж слеза капнула, блин. Ну, я тоже, блядь, хочется пива, а денег нету, а. Хуй с ним с деньгами, деньги есть. Пиво нельзя. О! У всех вот да. Дашь мне фласочку на этот? На... Чего мне надо, блядь? На ДД. На почки? Да. Зачем? Там в этот, в последнюю ячейку, там, что у меня было в запасе, закинул. Окей. Надо, кстати, будет пролететь со шаманом. Пособирать как-нибудь. Отрабатывать, как говорится, потиху. Наперед. Так, а на ХП тоже, да, есть? На ХП нет. На ХП делаю. Народ. Конечно. Народ. Да. Угу. Давайте ему замутим, Вов. Среди гильды рольнем мешочек. Так будем ролить мешок среди гильды. Он же и так идет анролом, а потом гильдия. Ну да, в гильдии ролят и все, а там кому достанется. А куда сначала? Там ну, нихуя путевого нет, просто неизвестно, кому выходит. Пошли присуманим, наверное, Лока, а? Райдер, да че там 50% от выручки с мешка в ГБ. Всего-то. Ну да, че там? Не поэтому, поэтому ты и зам. Ну да. Кстати, сегодня среда, блядь. Четверг. А я каждую среду пятихатку ложу. Девайте деньги. Ну, значит, сегодня уже рубль. Ну, нет, я в ту среду ложил, вот сейчас положил опять. Как вы зарабатываете, а? Понятно. Фарм. Руды, что ли, или что там? Всего. Ожерельки, руда, распыл, что еще, РБК.
Все. Я вон в РБК вчера сходил. 2 часа 500 голды. Внимание. Камушки. Пустота. Камушки, пустоту. Это получается, можно отдать сейчас то, что я навыбивал этих шмоток зачарщику. Он их распылит. Пустоту мне, ну пыль мне отдаст, а я ее на аукцион. Она везде стоит, стольник, ставишь 88-89, в течение часа у тебя ее выкупают. Я кидаю. Я не на продажу не ставлю. Ну и зря. Ну, смысл то же самое получается, то, что я вкину. Ну смотри, я пятихатку закинул, эту всю распылил, набрал себе зелье быстроты, сопротов, настой бесконечной ярости, и еще денежек хватило этот взять на приправы эти ебучие, и 3 пачки рыбы закинуть в ГБ. Ну вот у меня есть 52 этих кулинарских награды. Ну, хорошая вещь. У меня кулинарка есть, могу накрафтить. То же самое, я это и делаю. Так, сейчас посмотрю, если будет на этих, на трэш лагать, надо будет перезагать. Через рыбалку, да, иногда выпадает этот мокрый рецепт. Да спросите, какой взяли или нет, а? Ну, если вот этот рецепт на рыбку может упасть на рыбалку давай? Нет, мокрый рецепт. Нет, там для 5 этих, для 5 да, этих наград, по-моему, или на что он там дается. А, ну это в рыбалке, да. Это здорово, Сайлен. Да. Почти каждый раз падает. Угу. Народ, вы все квесты взяли, нет, а? Кстати, я забываю. Что сейчас ломанем? Сейчас сбоку поставлю Долоран порт, кому надо. Сейчас поставлю, сейчас все случайно туда и прыгнут. Не, я совсем сбоку ставлю. Ты недооцениваешь тыкательную мощь людей. Сейчас проверим, сколько народу добыло. Один пошел. Да. 1.3 порт. Не, ну а что, знаешь, увидел ты. Кстати, вы видели, что в Долоране как маги именно издеваются? Да. Птичками этими? Нет, порт в Долоран стоит в Долоране, сука. А. Да нормально, я вон хотел куда-то там. А, в Долоране хотел портануться в Гримар, попутал. Короче, перепутал местоположение из Долорана в Долоран, пока мне прилетел. Бывает такое иногда. Нет, там маги, понял, где телепорты ставят свои, знаешь, ты телепортируешься в Улья, а попадаешь в Каменор. Вот так вот, да? Да, такое тоже, кстати, делали. Суки. Ну так с магом надо еще в пати быть, чтобы портануться. Ну да, как бы без, если ты не в пати, ты же не можешь в его портал зайти. Ну так чувак с рейдом мог прикалывать. Когда уже бить начнем, вар крушить. Да, сейчас будем бить. В принципе, хилы есть, танки есть, давайте. Будем трэш бить. Ой, сейчас посмотрим. Что будет твориться. Так, кто там присоединился? Жрец. ШП. Черепок все бьем, покрой держим череп. Вовка, танков же хватает, да? Да, все хватает. Фу. Блять, про. Ну, клошара я. Чё, у нас люди ливают?
Никто не наливает. Вон, обнял. Обнял, подал, покинул. Не знаю. Поебать. Помним, любим, скорбим. Удачи в новой гильдии. Попутного ветра в горбатую спину. Ну, в принципе, у нас все. Сейчас клинкану. Типа за то, что на РТ не взяли, обиделся, да? А он подходил? Хизы ничего не писал, ничего не говорил. Потом написал веселый РТ, и был, блядь. Надо было подписываться. Кто подходил? Да. А, тьфу ты, блядь, у меня же на другую кнопку разговаривать. Я, блядь, пизжу, блядь. Слава богу, что ты забыл об этом. Тут пиздел бы, пиздел. Блядь, надо обратно поменять. Он это, боевой дятел так. Пытается что-то у всех допроситься в гильдии. Меня слышно. Кстати, вот говорил Антоха, меткости кап набирается в рейде, да? Ни хрена подобного. Как было 6.37, так и есть, что я ходил в рул гер, там все остальное, никто там ничего мне не добавил. У Аликов иди добирай. Кто нас попало? Так, сейчас, попало. Мы можем сейчас это посмотрю, у нас два паладина. Так. Где? Накурина раздает кулаки МП5. Ряженка раздает каски. А вот наш умом. О, 184-й. Ну это не страшно, один. Нахуя. Помогаем одеваться, я уже с гильдии, чувак. Ребят, давайте пока не плывем. Сейчас Антоха зайдет, Мелькор еще, пока я тактику рассказываю. А я и думаю, сейчас поставлю. Я и думаю, такая тишина, кого-то нету. Ставлю рыбку. Кушаемся. Так. Ассисты нажмите, все. Давайте заходим, бафаемся. Так, райдер троих держишь. Кексик двоих справа. На пул череп и звезду в кексика. Сейчас поставлю. Трусики, трусики. Вот, в печеньку на пул. На пул в печеньку весь. Напуливаем череп. Так, накурено. Пропиливаешь райдера через частицу. Окей. Ну, в принципе, сейчас ждем ДКшника. Так, я не понимаю, почему у меня хп так мало. Боевой дятел. Рановато тебе куда-то, 184 энтем левел. Это максимум, можно еще в РЛК ходить только. Так. Пятую категорию получаешь, чтобы в РТБК ходить. Да, тебя просто не возьму. Но, категория она что, я помню, не пускает, да? В кару даже пустят в шестой, кажется, мне, не помню. Не пустят в шестой категории. Ладно, потом разберемся. Так, сейчас ждем, подойдет так, наш бешеный ДК. Где мои 2К хп?
Том я что не бахну. Так, а что у нас маг-пулемет делает на магике? Ответь мне, дружище. Как ты там его в соло добил уже, нет? Ему туда просто лететь ближе. Как вчера взял, короче, с этим, так, с подумай, магом. Да, конечно. С магом с 264-м вчера общались, ржали. Топовые маги, блядь, делают камень возвращения в Тралмар для того, чтобы к магику быстро подлетать. Прикольно. Да, второй будем ролить. Сейчас, ребята, буквально пару минут. Насчет ролла писать в РК, да? Или в... Да, или... кто ролит не на свой спек, в РК сразу пишем, чтобы не было потом разногласий. Что там, зашел, да, получается, Мелькор? Нет, это лихорадка. Про меч все помним, да? Не забывайте. Что, нахер никому не нужен? Да. Так, Фарго, кинь мне обмен. А вот. Знаешь, что мне Полина сейчас написала? Угу. На форуме. Говорит, читал форум? Я говорю, нет. Говорит, Андрея, вот этого Демон Триста, опять забанили. А еще раз забанили, да? Мне Леха Тардизер скидывал. Ты... Поржал. Я, причем за ту же херню. Да-да-да, и тоже Демон Трист у него там. Ага, было шара, блядь. За рыбалку? Угу. Ну да. Так он, ну, не зря демон. Да, вообще пиздец. Отбитый наглухо человек, блядь. Так, Рога 260-й, пост Рибайка. Ты где? Провожу урчены в присутствии, ребят. Ну, если что, там лихорадка еще есть. Ну, Мелькор уже заходит, он сейчас звонил, просил. Лихорадка, не успел. Сейчас посмотрим. Нет, ну если это ровно покашивает. Ну, ровно покашивает. Да? Так, лихорадка, где ты там, братик? Там тяжко в флоке. Да где этот, блядь, бесит Мелькор с катабазиной? Поднимается. Да он мне сейчас звонил, я, говорит, в дому бегу, говорит, уже жена компьютер включает. Лок в РК, можешь шкаф поставить? Пошли с манем. Добежать 10 секунд. Все, шкаф стоит. А, стоит? Ребят, прошу прощения за заминку, сейчас человек подходит. Так, по бафам все есть? Сразу проверяем. Не знаю, блять, уже опять 79, 81. Где мои хп, блять, чего они пропадают? А Чарев на кого на пулю? Ну он у меня что-то... На кружочек, на печеньку, на пулю. Череп и звездочку. Здорово, Тоха. Привет. Здорово. Меня запустили, у меня там все запустили. А это говно у меня что-то лагает. Мне кажется, вот сейчас стену полетит.
Ты уже давай раньше какое говорил. Ну, он лаунчер загружает на 90%, и все, и программа не отвечает. Сейчас еще раз, если нет, то я его с балкона выкину. Ты подожди, сейчас меня отключай. Подожди, я пойду сейчас приеду. Выведи в мою сторону. Так, тихо-тихо. Мак Лайтос, если слышишь меня, дай, пожалуйста, МК по Мак-пулемету. Угу. И сам держи МК. Все. Так будет зашибись. Зачем тебе МК? Ты так подаешь? Нет, я себя скинул наоборот, я вам двум магам отдал. Так, СС, пожалуйста, оформи на Тиоке. Давайте без музыки. Вовчик, смени лут, чтоб не забыл. Привет. 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 Как дела? Хорошо, у тебя как? Все хорошо. Это круто. Будешь транслировать РТ наше? Это наша рай. Мини. Кстати, наконец-то. Интересно, есть, а Насти нет. Это не Настя. Нет, я вспомнил просто. У Насти так, с компьютером пати. Проблемы. Я кинул пати Мелькору. У нее проблемы с компом. Если все будет хорошо, она дня через два появится. Вроде как типа обещали компьютер купить новый. А, понял. Сумоним Мелькора. Даем ПДК фулл ребаф. Да погоди ты, сумон. Смотри, сколько сумонов сразу для Мелькора. 6 человек. Меня только прогрузился, один сраный квадрат дала ранее. Доха, ты же говорил, поменяешь себе этот, как его там, ноут. Пульверизатор свой. А, Райдер, истерию. Истерию, на Мелькора кидай. Что там? Делов-то. Так, первым бьем череп, затем заливаем звезду, потом вытягиваем трусы, потом ром. И потом уже заливаем луну милики. А, в вихрь не подходим. А это что будет? Пиздать я буду. Лучше не спрашивай. Нихуя, я еще успеваю два раза ударить и отскочить. Ты можешь вялым трупиком отскочить. Так, Антоха, ты с нами? Да. Да, я с вами, блядь. Я сейчас в натуре ноут этот выкину, нахер. С балкона прям. Нужен кому? Поставляешь? Дала раня. Еще, еще. Не, по почте. По почте отправляй. Проверили свою пати сразу. Кого с нами нет, тоже присумоньте быстренько. Присумоньте, нет? Не приходило ему сумонить? Да вроде тут он. Джипс ставлю. Блять, у меня как будто просто 90% интернета какой-то пиздит, я не могу понять, что за херня. Мы попробуем пароль Wi-Fi поменять. Прикормил какую-то гадюку, теперь сосет там твой интернет. Взломали, может. Пусть просто сосет. Поменяй пароль. Все возможно. Если у тебя Wi-Fi, то это 5 минут.
Вован, ты слышишь меня? Да. Я уже не слышу. Слышу, говори. Слышно, как ты вот с темы херачишь. Ты давай, что там, у тебя не прогрузилось ни хера? Ладно, начинаем без него. Так, короче, на присутствие. Балион, в чем проблема? Балион, Керлик, Мак, пулемет. Ну, он готов. Уже бегает, прога. Керлик и Мак, пулемет. Мак, пулемет готов, Керлик. А, он меня не слышит, все норм. Все, танки пошли. Танки пошли, Райдер. Райдер, не спи. Райдер, блядь. Вот и первый лайк. Райдер, пизды, когда он получит, блядь. Да ладно, не задел танк. Ой-ой-ой. Агро держим. Да чё держим, меня положили. Я понял. Танка убили, что ли? Чего просто да. Не захилили? Да, заебись. Чё вы хилитесь? Там уже всё, ложитесь. Почему у нас... Сколько танков-то лежит? Один всего танк лежит. Ничего на страшного. Пульте на меня. На мага на пульте. На мага братол на пульте, на РЛ. Ну, два танка. Нормально все, что ложится-то, блядь. Ладно, пойду пока себе сока налью. Охуенный я потанчик. Я тут думаю, что-то прилетело 34 тысячи. Откуда? Так, бьем, усылься. Так, тети, Берни, Кексика. БР Кексика, блядь. Киоки. Можете, нет. Нет, нечем. А кто танковать его будет? Киоки, блядь, лежит. Ой, Киоки не может. А у Киоки с чем проблема? БР Киоки. БР Кексика. Че, танк убили снова? Да я хуею с вас, ёбаный в рот, блядь! Нахуй, я сейчас начинаю кикать людей, блядь. Прям с гильдии, нахуй. Я уже левайпа не будет. Киоки, подними. Кексика, блядь. Ничего не найдется. А у него что, хиллбота нет? Он ничего не видит, где кексик бежит? Ёшкин, матрёшкин. Год обратно вернулся. Так, что, резнуть кого-нибудь или так добьем? Скелета поднимай. Тут... Киоки упал. От хилости этого. Справиться в одно. Да я хуй знает, чё, Киоки, я вообще первый раз такой вижу. Чё он тупит? Что-то она
А, ну она. Все. Анастасия. Она всегда, по-моему, нормальная была. На Варкане зашла. По паспорту Настя, да, в душе. Анастасия. Верка ее нету. А ёпта. Есть пин, да я... Я ей в личку писал, чтобы она кексика весила. Сай, дай вин на ману. Нет, ты один ей писал в личку. Я тебе тоже кину. Угу, спасибо. Вот у тебя мана улетает прям. Блин, гоните ДПС. Да, ДПС маленький. Тут лежали все, отдыхали большая часть. Ты 6700 успел нанести. Ебать. Много, да? Я вообще не попал. Вообще в десятку даже не попал, не успел. Почему так? Потому что танка уронили. Поставьте шкаф, пожалуйста, при сумане Мелькора, идем дальше. На Курина в кулаке МП5, а второй паладин дает каску. У нас второй паладин лимон, заебись. Тогда на Курина давай всем каски на... Я могу, каски обычные. Да не надо, не надо. На покричит вас, Варкил. Нет проблем. Плохо пришел, Сумон? Так, Войд, ты кричишь на ХП, Сумон. Мелькора, Сумоните, давайте. Нет ответа. Так, тут я пришел. Дайте ребаф по Мелькору, пожалуйста. Дайте лапсу на поле на лапсу. Все, Райдер. Кекс, давайте, врывайтесь. Кристобаф где? Да что ты его отнимаешь у меня? Так, это... Сейчас после трэша вот этого добьем, кексик левок сделает, я аддон отключу. Лагаю. Давай. Вовка. Да. Сейчас надо будет РТ, вот допустим, 20-30. Это когда мы уже идем, а не когда начинаем собирать. Нормально. Все, нет, что все заранее были. Да какой заранее? Ты видишь, сколько народу сейчас только зашло, блядь? Это прискорбно. Бентик, ну понимаешь, как бы если я выезжаю в 6 часов вечера. Чувак, ты же понял, из-за чего я говорю. Ну потому что у тебя времени, да? Да, я поэтому все еще уйду. Ну мы можем собирать, конечно, но потом, да, ты рыбить ты будешь. Нет. Вот, ну, не получилось, короче. Угу. Попытка же была. И я лечу.
Ё-моё. Так, захожу сейчас, попробуем. Вот с этим обновы 1 апреля, блядь, пиздец, аддоны вообще включать невозможно. Так, ну что, на пул кексика весь выдаем. Рейдер, ты танчишь. Держим, чтобы кексик у нас был второй по агро. Накурина и Сайвей идут направо, Терлик и Киоки идут налево. Все держим. Рейндж 10 РДД. Под штукатуркой не стоим. После откидывания набираем все рейндж 10, желательно побольше. Через сколько будет Гера примерно? Гера будет после первого отбрасывания. Хорошо. Киоки не в РК. Ничего страшного. Нет, ты говоришь туда налево-направо, на толку, если она туда не пойдет. Что-то Мишка заслакал, сейчас, секунду, бегу. Сейчас я муж. Ну заебись. Давайте, погнали. Выводи на центр, на центр, на центр. Ну. Какой хуй ты туда его увел, блин? Что за беспредел, а? Это райдер. Не бейте. Еще подтяни. Вот так. Кто, блядь, бомжей позвал? Что хотим, то и творите. Нахуя вы зовете бомжей, ксеморф? Забудь про них нахуй. Сова, ебаш звездопад нахуй. Рассосались. Рейндж набрали. Блядь. Почти что успел. Прохилили рейд, дали Геру. Дайте сальву по Мелькору на Курина. Молодцы. На кексика на пол сделайте. На пол по КД на кексика. Штукатурка в мелизоне. Разверни. Брал бы палом и сразу сальву кидал по КД. Накурина, давай еще сальву по Мелькору. Как от КДшится. Разбежались. Набрали. О, как я прикольно застыл.
На пуль или на кексика? Я не выдержу следующего удара. Так, дайте Савелу по Мелькору на пульте на Кексе. Кекс, ты прям там, прожми, блядь. О, все хорошо, хорошо. Что надо было там? Я думал, что я боялся переагрить. Не переагришь, он не таунтится. Ты просто огонь себе повышаешь. Когда я по КД буду. Мелькор теперь не переагрит. Ну вот так всегда и надо. Ну, все познается с опытом. Блять, ебаные камушки. Ё-моё. Захиливаем рейд. Рейндж набрали. Ну ёптвою. Короче, я не успел бежать. Все. Добиваем. Ага. Тишина. Должна быть в библиотеке. Подлетели. А так, что, порт? Ты слышишь, я так что, эти сурикены похожи, чем и арбалет получается, или нет? Ну, да. Возьми, попробуй. Чем Вагримар? Кто Вагримар поставил? Какой? И полетел. Собрал, ребят. И повелся, да? Ну, через Вагримар там... Летели одинаково. Лететь, ну да. Там давайте все портал. Быстренько идем. Давай. Первый блин комом. Чисть, давай. Нормально. Ну зато не вай. Это потом один на один с тобой в РК поговорим в отдельной комнате. Он без микрофона, хули ты от него там докричишься. Слушать будет. Варкил это. Что? Этим все сказано. Я тебе расскажу, блядь, как мыши морковку красят под землей, нахуй. Хорош вы там начинаете, блядь. И мне тогда заодно расскажешь, блядь, я не знаю, как они там крашат. Вот тут боюсь, я грибу, блядь. Не, ну ты от райдера так-то можешь, в принципе. Вы-то там в одном государстве живете. Вот я про то же. Меня интернет нахуй.